Всем привет, вы на канале Мехамозг, меня зовут Евгений. Друзья, наконец-таки после продолжительного перерыва я снова с вами. Прошу меня извинить за длительное отсутствие, но порой обстоятельства сильнее нас и, как говорится, нужно и семью кормить. При этом времени зря я не терял и изготовил вот такое приспособление. Это приспособление для протачивания квадратов, шестигранников, треугольников, пятиугольников – на токарном станке. Впрочем, пустой болтовнёй утомлять я вас больше не стану. Покажу, как оно работает, для чего оно вообще предназначено. Потом способ его установки на токарный станок. Когда я это приспособление конструировал, старался, чтобы это было как можно проще. И потом вкратце по его изготовлению и общей конструкции, из чего я его делал. Сам метод подобного протачивания придумал, конечно, не я. Я лишь придумал приспособление, позволяющее применить этот метод на обычном токарном станке. Называется он полигональное точение. Объясняя простым языком, необходимо добиться встречного вращения заготовки и фрезы строго с определенным соотношением скоростей. И тогда можно проточить относительно ровную грань на цилиндрической поверхности заготовки. Я соотношение этих скоростей добиваюсь шестернями на гитаре токарного станка. Со скоростями, я думаю, понятно, а вот количество этих граней зависит от количества зубьев на фрезе. Поскольку я планирую проточить две грани, устанавливаю только один зуб, а шестернями 50 и 25 я добился соотношения вращения заготовки и фрезы 1 к 2. Для того, чтобы проточить треугольник или трехгранник, нам потребуется все тот же один зуб. А вот соотношение вращения скоростей, заготовки и фрезы уже 1 к 3. Поскольку для протачивания треугольника необходимо снять довольно большой объем металла, чтобы проще это было сделать, материалом заготовки я выбрал алюминий. Для протачивания квадрата потребуется уже 2 зуба, а вот соотношение вращения скоростей такое же, как при протачивании двух граней, 1 к 2. Форма зуба фрезы у меня на манер резьбового резца. Избрал я такую форму, почему? Во-первых, если в работе одновременно сразу несколько зубьев, их так проще выставить. Во-вторых, если требуется проточить те же самые две грани или шестигранник посередине вала, подобной формой зубофрезы легче врезаться. Ну и в-третьих, если нет вышедшего из строя инструмента диаметром 12 мм, как отверстие в оправке фрезы, можно использовать инструмент меньшего диаметра, но об этом чуть позже. Для протачивания пятигранника
необходимо добиться соотношения вращения 1 к 2,5. А количество зубьев считается, что нужно 2. Почему считается? Все вот эти данные, которые я даю, соотношение вращения, количество зубьев, все это справочные данные. Их легко можно найти в интернете. Я же в качестве эксперимента решил попробовать проточить пятигранник одним зубом. Кстати, материал заготовки я решил избрать серый чугун. Эксперимент показал, что пятигранник можно проточить и одним зубом. Единственное, что двумя зубьями, наверное, сделал бы я это быстрее. При этом один зуб не надо выставлять и, повернув рессидержку, благо шрус позволяет это сделать, можно проточить вот такую красивую фаску. Ну и, конечно же, шестигранник. Соотношение вращения необходимо 1 к 2, количество зубьев 3, материал заготовки сталь. Мне показалось несколько скучным проточить всего один шестигранник, я решил проточить их 3, один за другим, на 17, на 19 и на 22. Для большего эффекта шестигранники 19 и 22 решил сместить относительно друг друга. Получилась вот такая красивая пирамидка. Итак, что касается установки приспособления на токарном станке. Устанавливается оно по частям. Сперва первая часть, так сказать, узел фрезы зажимается в рессидержку. А потом устанавливается вторая часть, цепной узел. На станине токарного станка зажимается всего одним болтом, прикручивается. При конструировании приспособления я старался, чтобы процедура монтажа была как можно проще. Вначале я планировал каждый раз заднюю бабку снимать, но подумал, что это будет слишком хлопотно, и решил снимать только штурвал. После установки вала, соединения первого и второго узла, монтаж приспособления можно считать завершенным при двух оговорках. Если у вас резьбовой винт нарощен, на нем установлена звездочка. И если на гитаре токарного станка установлены нужные шестерни. Теперь о конструкции приспособления. Начну с самого важного, с режущей части. Вот эти зубы я делал из поломанных фрез. А в принципе сюда пойдет любой быстрорез, вышедший из строя диаметром 12 мм. Отверстия эти 12 мм. Пойдет фреза, сверло, даже мечик. Но если нет диаметра 12 мм, можно взять, допустим, кусок фрезы на 8 мм. И взяв стальную оправку, туда этот кусок запрессовать. И после определенных манипуляций, обтачивания, на токарном станке, на наждаке, получается вполне себе рабочий зуб. Непосредственно сама фреза, куда вставляются эти режущие элементы, в ней необходимо было просверлить 6 отверстий довольно точно. Для разметки я использовал шестигранник, калиброванный, приспосабливал к цилиндрической заготовке и таким образом, проворачивая шестигранник, сверлил. Получилось вполне себе неплохо. Опоры для подшипника, вот эти, их можно было сварить из двух деталей, из оправки и квадрата, но я
выфрезеровал из цельного листового металла 20-го. Ну, я считаю, так будет лучше. На них сильно останавливаться не буду, деталь простая. Поскольку фреза должна перемещаться так же, как и резец, ничего лучше я не придумал, как приспособить сюда шрус от автомобиля. Нашел на Чермете, даже не знаю, какой модели, от какой модели автомобиля этот шрус, но сюда он подошел очень даже хорошо, вполне себе рабочий. Единственное, было проблематично нарезать резьбы с двух концов этого шруса, потому что с обеих сторон он каленый. Тем более по шлицевой части шруса нарезать резьбу очень тяжело, но это возможно. Как я уже сказал, резьбы на шрусе, на фрезе и на валу здесь нарезаны М24 левые. Почему левые? Потому что в процессе работы фреза работает на затягивание этих резьб. Если бы были правые, оно бы работало на откручивание. Еще положительные свойства шруса: можно развернуть рецидержку и в таком же, в необходимом положении, как я показывал, протачивать, допустим, фаску на шестиграннике, шестигранную фаску. Вращение будет все равно передаваться. Ну, как на переднее колесо автомобиля. Вот этот вал я сделал, можно сказать, скопировал с вала подачи токарного станка. Точно такой же диаметр 30 мм, да, и шпон-паз примерно такой же. Изготовил я его из анкерного болта М36. Как всегда, нашел на Чермете. Сталь, скорее всего, 3, сталь не очень, но на тот момент у меня лучше материала не было. Все это приспособление изготавливал я исключительно на токарном станке. И даже вот этот паз на валу я фрезеровал тоже на токарном станке при помощи фрезерного приспособления. Для опоры вала я ничего не придумал лучше, как использовать алюминиевые детали. Отлил их сам. Получилось 2 кирпича. Нижний кирпич пошел целиком. Верхняя опора для подшипника только пол кирпича. И получилось все довольно неплохо. Что касается передачи вращательного момента. Вот в этом было самое сложное, что здесь придумать. Ничего лучше я не придумал, как использовать цепную передачу. У цепи есть возможность немного скручиваться. И для такого вылета вала это вполне себе допустимо. Здесь сильно скручиваться не надо. При этом она может быть как мягкая для возможности перемещения рецидержки. Но при этом она должна быть еще и жесткая. В процессе точения идут циклические нагрузки на фрезу. Допустим, один зуб, постоянно идут рывки. И цепь дергается. Это очень сильно влияет на частоту обработки. Пришлось добавить вот сюда вот такой вот натяжитель. Простой эксцентрик, буквально на 2 мм приподнимается верхняя опора подшипника, и цепь натягивается. Если надо сильно переместить, мы ее ослабляем. Вот здесь нам надо точить, выставили, и можно натянуть. Шестигранник на эксцентрике я нарезал уже при помощи этого приспособления. Забыл сказать, что как цепь, это цепь ГРМ, цепь и звездочки я нашел на металлоломе, как всегда. Звездочки, вот эти детали довольно простые, о них что-то сильно рассказывать не хочу. Единственное, что считаю важным сказать о том, что звездочки вот эти крепятся исключительно за прессовкой. Предварительно расточил я эти звездочки и прессом напрессовал. Ну, в общем-то, и все.
Друзья, надеюсь, видео было интересным и полезным для вас. Если это так, то поставьте хотя бы лайк. Я старался. С выпуском следующего видео постараюсь не затягивать, ну а там как получится. Порой обстоятельства сильнее нас. Всем творческих успехов, до новых встреч!